всех рад видеть на своем канале. В этом видео я вам расскажу, как следует себя вести в самый час пик на дороге. Но первым делом следует включить радио. Устарело, не пойдет. Не, такая музыка вводит в заблуждение. Блять, верните предыдущую радиостанцию. О, заебись. Когда вы стоите в пробке, то первое, о чем вы думаете? Как же эти пидоры наконец-то поедут и не спросто, ведь если поедут они, то поедете и вы. Первый совет для вас, не тратьте топливо зря, если ваша машина на спуске, то пользуйтесь этим, катитесь на нейтралке до последнего, пока автомобиль не остановится сам, а уже после этого включайте передачу. Самая главная проблема пробок, если вы едете в машине один, вам тупо нечем заняться, вам скучно, даже поговорить ни с кем, но на этот счет у меня есть свои фишки. Берем телефон и звоним в поддержку. Техническая поддержка стрим, инженер 656, Дмитрий, здравствуйте. Я твою мать ебал, пидарас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну и лошара, ха-ха-ха-ха-ха, сука. Сейчас. Да. Хуйна. Ахахахахахаха, какие же дауны. В любой ситуации можно найти себе занятие, если вы действительно хотите этого. Тем временем, мы еще стоим на светофоре. Если вам надоела однообразная картина, то включите дворники, в этом нет ничего стыдного и законом не запрещено. Эх, сейчас бы кому-нибудь ебал разбить об асфальт. Поскольку все равно нехуй делать, то можно посмотреть Ваномаса. Привет, фанаты, я буду читать танцполы Руси. Мощно взрывать, я много площадок уже прокачал. И пати зажечь, срочно примчал. Бочка херачит, бас на пределе. Бати всех плющит в самом-то деле. Каждый, кто в зале танцует как может. Пусть все проблемы вас сейчас тревожат. На клубе собрался, кто очень крутой. Всех прокачает, трек заводной. Армия фанов собралась на пати. Как не прийти навстречу у бати. Поменьше один за баром бухает. Че ты его, музон не качает. Слышь ты, пацан, будь молодцом. Иди на танцпол, тряси холодцом. Перцы снимут свои берцы и врубят килогерцы. Никуда не деться, покажут свои перцы. В рай откроют дверцу, подарят свое сердце. Полностью раздеться лишь смогут наши перцы. Смогут наши перцы, смогут наши перцы, перцы. Ох, заебись, то что нужно в этот жаркий день. Я не знаю, что вам нужно говорить. Пробка как пробка, хули тут еще скажешь, ёбаный в рот. Плетемся за остальными машинами, не спешим и соблюдаем дистанцию. Если честно, меня бесит такая езда, прям так и хочется убить кого-нибудь из потока. Чёт я заебался нажимать на эти ебучие педали, нужно передохнуть чутка. Если вы устали или просто захотели в туалет, не стесняйтесь этого, просто включите аварийку, это работает всегда, это как неуязвимость, понимаете? Привет, меня зовут Матвей. И сегодня мы будем собирать полицейский участок. Да. Здесь в этой коробке находится конструктор, из которого можно собрать полицейский участок. Есть даже полицейский, его собака, ну и конечно же есть злодей, без которого не обойдется ни один... Блять, охуенный конструктор. Поедем в магазин, хочу себе такой же. Быстрее, разгоняйся же, блять. Ну ёб твою мать, какой-то мудак всегда все испортит. Ну нахуй ты родился-то, сучара.
и стоит, сука. Ну ничего, я сейчас еду за полицейским участком, я же тебя посажу за это, мразь. Такс, такс, обдумаем дальнейшую стратегию, ну есть пара мыслей на этот счет. У меня появился гениальный план, сейчас нужно немного выждать и работать аккуратно. Ебать, все-таки жара на улице, это какой-то кошмар. К тому же, эти педики на дороге, хоть помирай прямо сейчас. О, ДПСники, вас тут еще не хватало, ёбки. А вот идеальный момент для маневра, иди нахуй, ебан на Волге, чтоб ты сдох нахуй. Выруливаем на встречку, ахахах, мудаки, как вы там, все еще стойте. Ну да, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ну ничего страшного, ведь можно сдать назад и поехать дальше. Посмотрим внешние повреждения. Ах, небольшая царапинка, хуйня какая. Продолжаем движение по так называемой запасной полосе. Не забываем включить аварию, для того, чтобы все подумали, что вы ебанутый. И снова внедряемся в наш поток, имея иммунитет. Дело в том, что перед гаишниками можно оправдаться, сказав им, что я уходил от столкновения с Волгой, даже есть видео доказательства. Не забывайте о полицейском участке, в котором есть сам полицейский, его собака, ну и конечно же есть злодеи. Не бойтесь объезжать другие машины. Даже если вам придется пересечь двойную сплошную. Да похуй на этот светофор, все равно никто не переходит дорогу. О, движение по круговому перекрестку, это моя стихия, тем более если на кону стоит полицейский участок Лего. Куда ты, блять, летишь, пидарас? Еще один осел, если видите таких на дороге, то бейте без разбора ему ебальник, я просто сильно спешу. Подтапливаем и чем сильнее, тем лучше, когда вы спешите, то дело тут уже не до поворотников, а в качественной езде. Ну хули встали бараны, блять, мне вам помочь, или как? Уже приближаемся к супермаркету с игрушками, главное чтобы сейчас все прошло гладко и в меня никто не врезался. Ищем местечко на парковке, надеюсь, что не все занято. Сразу включим аварийный сигнал, для привлечения внимания, ведь я сейчас буду показывать мастер-класс паркинга. Главное в парковке это не доставлять никому неудобства при непосредственно процессе парковки. Тем более если вы паркуетесь, когда на улицах сплошные пробки. Ну вот как-то так, ничего сложного. Ладно, ребята, я побежал в магазин, ну а вам, жалею, удачи на дорогах, всего доброго.